Всем привет, я Эдик. Сегодня покажу, как выигрываю в казино. Сегодня играю в клубе, называется он Мультигоминатор клуб. В принципе, я уже знаком с этим клубом. Периодически захожу сюда. Ну, бывали, конечно, проигрыши, но чаще он меня радует пока. Значит, ссылка на него будет под видео. Там же будет ссылка на казино Вулкан. Они от одного клуба, вот, блять, от одного админа эти два клуба. Зайдите, посмотрите, где вам больше понравится. Шанс, в принципе, выиграть одинаковый в обоих. Сегодня играю в кекс. Поставил 4500. Хочу поиграть по три линии. Ну и ставочку сделать сразу нормальную. Я вообще в последнее время стараюсь ставки делать побольше. Опыт показывает, что хочешь бабла, ставь больше. Давайте посмотрим, что мне сегодня даст. 400... Сожрала, сука. И 6000. Так, забираем. Ну, вообще, моя тактика, когда автомат начинает что-то накидывать, увеличиваем количество линий или ставку, но сейчас он недостаточно, по-моему, мне накинул еще. Давайте еще по этой же ставке погоняем. Бонус! Ну, давай, бабуся. Порадуй папу. О, да, да, да. Спасибо, бабка. Так, 12 тысяч. Нормально. Ну, чё ж ты такая скучная? Восемнадцать девятьсот на счете. Давайте еще чуть погоняем. Ну, обычно, когда вот так хочешь снять, вроде еще немножко поиграешь, еще что-нибудь накидывай. Давайте просто сделаем одну линию. Ставка 200 рублей. Посмотрим, может, что-то еще накинет. 600. 1200. Заберем. Четыреста. Блять, дал бы 20, снял бы, да и все. Ну что же ты? О, да, молодец, спасибо. 4000. Четверка. Блять, а. Как вы думаете, рискнуть? Нет. Сука! Будь ты проклята! Бледина. Надо же так, а, блядь. 4 косаря сожрала, блядь. Дай что-нибудь, на. А, ладно, хрен с тобой. 15 тысяч на счету, то есть я десятку, грубо говоря, в плюсе. Сегодня игра окончена, спасибо всем за внимание. Напоминаю, ссылка на казино под видео, в описании найдете. Всем удачной игры, всем пока-пока.